20-й километр, блядская студия. Действия происходили в России 15 февраля 2013 года. Что же могло произойти в этот обычный день? На НКР остался один космонавт. Иван! Здесь все так заебись. Смотри в мой ебаный глаз. Смотри, мне от бабушки досталась урановая козюля. Я элитная шкура. Чё? За бабушкин урановый козюль я не даю. Пизде. Мне больше нет любви в этом мире, хоть бы на нас пизданул метеорит. Нарик накаркал. Братан, звони в битву экстрасенсов. Срань господня, мать твою. Евреи тоже люди. Мы люди? Нихуя! Шлюхи 20-го километра представляют. О, бля, токневы! Где моя сотка? Братан, я отдам. Братан, я же тебе предлагал меня отжарить вон под той горой, но ты сказал, что мое дупло не выдержит твоего хуя. Так что давай отжарим двух евреев. Наши дырки готовы к большим хуям. Хуям? Бидоры. Ебай, нажрался в говно. Бля, челябинский метеорит. О, розовая плюха. Ебай, нас раскумарило. Маня, элитная, Сёма, Дима, Тас Михайлов. Иван. Завалите. Ты охуел, Челябин? Фу-фу. Бабка, отъебись. Верни мою шмаль, пидор вонючий. Заебись. Верни мою шмаль, пидор. Интриги, скандалы, измены, расследования. Нихуя я пыхнул, сейчас соски сгорят нахуй. Дайте мне еще. Дорогой друг, подписывайся на наш канал, ставь большой палец вверх.